Дежавю – это не что иное, как путешествие в будущее? Вот. По поводу дежавю – это то, что мы видим, а оказывается, раньше мы это видели. Это наш мозг, дорогие мои друзья, это наш мозг. Вы наверняка это место где-то видели, но ясно, допустим, вы летаете в Италию первый раз в жизни, и какое-то место, переулок, и смотрите на какое-то издание, и почувствуете, что вы уже это видели где-то. А где вы смогли это видеть? И значит, или в прошлой жизни, или самый верный ответ – это во сне. Вам приснился сон, а вы забыли про этот сон. И действительно это место видели, и произошло как дежавю. Вы действительно детально это место помните. А часто бывает, что это дежавю связано с того, что как-то предупреждают. И вдруг в этот сон, который во сне вы видели, и что-то произойдет плохое в это место. А вы это место видите, вот, запомните. Не сделают какие-то шаги, стоят на месте и думают, вы вспомните свой сон. Действительно, наш мозг способен на многое и может видеть будущее и прошлое. Может с помощью этой картины, по поводу сна, сон, нам много чего объяснить, предупреждать, поэтому надо быть внимательным к тому, что вам приснится во сне. Их запомнить, по мере возможности их написать, записать себе и оставить. И я ничего плохого в дежавю не вижу, и действительно это еще раз доказательство всем человечеству, подсказывает мозг, на что мы способны, но не то используем, не о том думаем, потому что в нашем мире столько проблем, что не дает нам возможности думать о других вещах. Многие верят, что существует параллельный мир, и, соответственно, тот, кто в этом верит, тогда для них легко объяснить, что такое дежавю.